Значит, что можно посмотреть? Давайте мы выключим свет. О, так, значит, смотрите, значит. Да, можно убрать. Так, значит, смотрите, это программа Планетарий, которую вам всем надо поставить на свой компьютер, если у вас есть возможность. Программа называется Stellarium. Stellarium. Говорил? Вы уже установили? Нет. Почему еще не установили? Должны уже были установить. А вы рекламировали? Поставьте, вы в ней пороетесь, поиграетесь, и вы запомните эти системы координат. Вы будете в ней лазать, вы это все запомните. Вы увидите все эти системы координат. Значит, смотрите, с чего мы начнем. Значит так, F11 я на полноэкранный режим сделаю. Значит, смотрите, мышкой, когда мы вводим, если я зажму левую клавишу мыши, я могу экран поворачивать. Видите, куда она изначально смотрела? Изначально программа показывает мне юг. Почему? Потому что мы говорили, что вот юг, он нам как раз интересен, это небесный меридиан будет. Мы его потом сможем и визуализировать. Смотрите, мы здесь можем включить время и вот, например, раз, и вот звезды появились в южной части. Что за созвездие появилось? Ригель, Бетельгейзе, что это такое? Это Орион, а это? Пес. Это большой пес, вот в нем Сириус. А Процион это что за созвездие? Это малый пес. Видите, мы на нее щелкаем, вот написано Процион. И еще варианты названия этой звезды. Альфа, смотрите, написано Ми. Это Канис Минор. Канис это собака. Ну, слушайте, там кинология, там, да? Ну, в общем, это созвучные слова. Киники. Направление, помните, в греческой философии были? Киники, циники, циничные. То есть, похоже, ведущий себя как собака, да? То есть, киники. Здесь канис – это собака, получается. А минор – значит, маленькая. Значит, альфа – малой собаки. Собаки малой. Значит, дальше, смотрите, написано тип. Очевидно, да, что я показываю? Значит, тип – это двойная звезда. Это означает, что это мы ее видим как одну. А если в телескоп посмотреть, на самом деле там две звездочки. Вот у нее написано. Ее звездная величина, видите, 0,40 соток. Значит, она достаточно яркая, помните, потому что по гепарху, чем число больше, тем звезда более тусклая, так? Для очень ярких она будет отрицательным, а нулевая звездная величина, значит, яркая звезда. Значит, дальше, есть абсолютная звездная величина, мы про это потом поговорим, то есть видимые звезды, потому что звезды, на самом деле, на разных расстояниях находятся, но если все звезды расположить на одном расстоянии от нас, то они уже будут по-разному выглядеть, да? Потому что у вас, может быть, маленький свет идет перед глазом, быть расположено, может быть, прожектор, но на расстоянии, там, нескольких километров. И они могут по-разному восприниматься. Со звездами то же самое. Мы видим их такими, но они на разных расстояниях. Дальше, с этими показателями мы разберемся, что такое показатель цвета. Они связаны с температурой. Смотрите, знакомые слова должны быть. Прямое восхождение. Вот такой термин. Прямое восхождение. И склонение. Видите? Вот они написаны. Смотрите, прямое восхождение 7 часов 39 минут 17 секунд. Можете, кстати, что сделать? Сверить с картой, которая у вас есть. А это значит, будущий расчет, правильно? Нет, это текущий, это вот сейчас. Но это только здесь не Мурманск выставлен. Давайте мы Мурманск, кстати, сделаем. Значит, смотрите, откроем третью страницу. У нас здесь как раз Орион посередине находится. А как он может быть сейчас, если это не наше время? То есть, вы перемотали. Ну да, я чуть-чуть будущее поставил. Давайте мы, кстати, действительно выставим Мурманск. Значит, для этого делается так. Выбираете окно местоположения. Смотрите, я вот так вот мышку навел влево, у вас появилось такое контекстное меню, ну, либо F6 можно нажать, значит, получается окно местоположения. Заходим сюда, значит, и здесь пишем, вот здесь, например, город. Ну, здесь база англоязычная, поэтому надо по-английски писать Мурманск. Ну, вы можете свои, кстати, добавить какие-то пункты наблюдения. Ну, не знаю, вы, например, в какой-нибудь деревне, где вы отпуск там проводите, можно... Она с интернетом? Я вот здесь, нет. Она без интернета работает, то есть вы ее скачали, установили и все. А за счет чего она тогда определяется? Расчет делается. Мы разберемся с этим. Я вам даже покажу, как такую сделать самому похожую. Так. Мурманска нет. Нет, должен быть Мурманск. Я какую-то тут лишнюю букву вставил, пардон. Вот Мурманск. Видите, Кировск еще видит рядом. Видите, стрелочка перескочила. У меня координаты север 68, восток 33. Это географическая широта и долгота. Видите, да? Угу. Можно выставить свою. То есть тот пункт, где вы находитесь, его выставить. Высоту, где вы находитесь, там на горе на какой-то или там в низменности и так далее. Можно GPS подключить и с него получить сведения. То есть у вас есть модуль GPS, можно к USB подключить, и он свяжется с ней. Если есть телескоп с системой управления, Stellarium может им управлять. То есть можно навести свой телескоп, вот хочу на эту звезду, вы ее щелкаете, Stellarium вам поворачивает, смотри. Вот, так, значит, мы выставили. Так, итак, мы находимся в Мурманске, я
поставил сегодня, 18 февраля 2022 года, 18:35. Ну, сейчас же меньше. Ну да, конечно. Да, то есть, если вы хотите поставить текущее время, вот здесь такая стрелочка вниз. Вот текущее время. Сейчас у вас, видите, у вас солнце рядом с горизонтом находится. Вот, вот оно солнце. У нас сейчас облачно. А так оно должно было быть, видите, где-то на юго-западе получается. Вот мы, смотрите, я сейчас солнце выделил. Он пишет, да, звезда. Видите, у нее звездная величина минус 26,77. То есть, видите, какая очень яркий объект. Значит, там алгоритмическая связь, там уравнение Поксона показывает, что яркость, она через алгоритм рассчитывается. Поэтому, как бы, изменение на одну звездную величину, это очень большое изменение. Так, абсолютная звездная величина, прямое восхождение. Вот видите, прямое восхождение и склонение. 22 часа минус 11 градусов. Значит, вот здесь это на текущую дату, а это так называемое на дату 2000 года. Мы потом выясним, с чем это связано. Да не, я же на самом деле говорю, помните, мы говорили, что земная орбита подвержена прецессиям, нутациям. Это приводит к тому, что координаты звезд, они там постоянно меняются, происходят изменения. Поэтому, вообще говоря, все эти координаты и уравнения надо на какую-то дату записывать. То есть, там, условно говоря, вот эта карта справедлива для какого года. То есть, сейчас она справедлива, а через 1000 лет она будет уже несправедлива. Ну, 1000 лет, это, конечно, много, но вот уже за столетия накапливаются некие изменения, которые уже... астрономическими методами становятся заметны. Да. Это старая программа? Она постоянно обновляется.